надо просто, понимаешь? О, блядь! О, блядь! Соня, Япония. Ну, я помню, я помню. Давай, Лукаси, расслабься. Давай, Лукаси. Давай, давай, давай. Соль делала. Это хуйня. Блять. Он меня не снимает, но я ее знаю. Я сюда, пожалуйста, дай мне. Я сделаю все. Алина, снимай, снимай. Снимай. Я там страшно зайти там. Еще выйти обратно за попки подвинули. Попки подвинули. Они меня расслабляют. ФБК. Тебя нужно закрыть вообще нахуй, блядь. ФБК, блядь. Что? Нормально. Киркоров. Как закрыть? Нет. Тебя нужно... Ребята, останавливаемся, причаливаем. Его нужно закрывать. Кентов вызываем. Он Я роняю заборт. Ты ж моя пышка. Пашка пышка. Это можно. Пышка. Надо было еще вот так. Проходи, пожалуйста. А что ты пиздуешь, блядь? Вот ей, блядь, подход. Мне нравится просто насиловать людей. Нет, мне нравится издеваться. Нет, я могу сделать другой вывод, блядь. Вот ей не нет. Я люблю. Давай их туда. По остальным кройкам заваливаются, пусть звуки дай присел. Даже если они не видели, подложку, либо за борт, либо за соски, короче. Блядь, пизду. Никогда больше после этого. И это было в 15 году. Мне было всего лишь, получается, 23 года. Носите еще раз. Ну, мне было 23 года, и я пару раз пошел. Титаник! Ну вот он, Титаник, блядь. Вот, блядь, Титаник.
тот самый, который человек, типа, который как затонул. Ну понятно, ладно. Что-то он на том пойдет. Ну давай, и что в Америке у вас? Я вообще не знаю. Питер, это не, блядь, Питер, пропись от семьи. Питер, будьте на ёбку. Ой! Потому что я в Москве пью, прикинь, и жру амфетамины. А я нет, блядь. Рум-рум-рум-рум. В какой-то момент. Нет, так вот тоже бывает, я согласен. Бля, я уже не могу вывернуть ноги настолько, насколько я их вывернул. Сорян. Если страшно, ну извини, я не так сказал. Я могу расслабиться? Согласись, да. Нахуй, я блядь. Даже если... Все ебали ходить тут. Блядь, там капает, блядь. Да, именно. Заплатками китайскими. Блядь, я не променяю это слово на то. Никак там будет. Слушай, ну ладно. С точки зрения Кобра. В Питере я знаю, что... Да, именно в Питере. Именно из-за Питера. Из ПБ-ху, да? Я сейчас утону нахуй, это не Питер. Блин, а где мусорка? Я работаю, я приду на работу. А потому что я уже. Главное, чтоб я был. Я здесь был, да. Мы едем. Как вам нужен творец? Ёбаную мать, блядь. Самый виноват. Он хотя бы за борт не упадет. А если я встану, то я-то упаду. Погоди, мы еще не договорили, блядь. Поэтому хоббита не трогаем. Как скажете, вы? Хоббит со мной. Я не знаю. Я Гэндальф. Ты не пройдешь, ты не упадешь, нахуй. Ты не упадешь. Ты не вернешь. Ты где кальяна потерял? Я хуй его знаю. Вообще, слышь, Гэндальф? Кальян! Я должен играть в эту хуйню. Всегда. Я ради лос-анулиса. Я думал, он с тобой. Я тоже думал, что со мной, блядь, но его нет. Контракт я не буду играть. Они троллят, А лос-анулиса вообще... Игорь, ладно, я буду Кальяныч. Он уплыть точно не мог. Поэтому надо искать этот. Сейчас хоть посмотрим, где он там, Кальяныч. Блядь, я очень много знакомых людей. Надо было раньше. Начинай. Ты лыпнул сейчас, бля, давай. А надо было раньше. Сама попросила. Он меня не
карман попросил. Поэтому сорян. Ничего не а я отдыхаю. У меня в колхозе там мои половые органы все на месте. И мои тоже. А, у меня все красиво. Я эфирник, но у меня ума боксивы тоже нет. У меня у друга ксивы. Пониже меня и лысый. Ты с нами стоял, господи, это ты чё? Ты думаешь, я тебе лысый, нихуя себе ты рассказал. За борт ее! Ее! Голубую! За все хорошее. Потому что она не помнит лысого. Она не помнит лысого, за борт. Сюда иди. Готовьте глотки, сейчас будет мозг. Далеко не будет. О, Путину сейчас заорем. Владимир Владимирович. Путин. Владимир Владимирович. Путин. Все, отрепетировали. Отрепетировали, сейчас приезжаем. Шагим к Кремляка, поедем? Под мостом поедем? Отдышись, пожалуйста, отдышись.
Не, нихуя! Мы потихонечку подплываем. Йоу! Кремлю, блядь! Владимир Владимирович! Сейчас нас забьют, блядь, но ребят держимся вместе! Так пиздец. Гарри, ты за меня? Все, Гарри за меня. Мы почти успели. Сзади нас Кремль. Я ору, Владимир Владимирович. Нет, я ору. Вперед, армяне! Я заебал, блядь. Ты понимаешь, что ты сейчас всю малину используешь? Я ору. Владимир Владимирович. Ваня, давай. Только раз. Нет, рано. Вот, блядь, ты через когда начинаешь? Подожди, Папа, чего они принимали, я так же хочу.